Привет, друзья! С вами компьютерный портал f1cd.ru. Предлагаем вашему вниманию обзор купольной IP-камеры GANS ZNMD-221M. Диаметр основания устройства достигает 100 мм, а высота, включая прозрачный купол, составляет 67,5 мм. Поскольку камера позиционируется как антивандальная, то доступ к внутренним механизмам затруднен. Снять купол можно, лишь открутив два винта Torx Tamer Resistant со штырьками в центре шлица. К тому же сам корпус изготовлен из окрашенного алюминия, а не из пластика, что сказалось на весе, он составляет 370 граммов. Кроме самого поворотного механизма объектива, под куполом камеры есть сервисный видеопорт, кнопка сброса, светодиоды состояния. Чтобы обеспечить соответствие стандарту IP66, на объективе камеры предусмотрена резиновая прокладка, плотно прижимающаяся к куполу при его закреплении. Разъем сетевого порта с поддержкой PoE вынесен на отдельный коннектор на конце несъемного кабеля. Что касается настройки положения объектива, то дозволяется наклон и поворот механизма, а также регулировка фокуса с помощью специальной насадки. После установки в веб-интерфейсе можно подстроить режим работы камеры и параметры двух видеопотоков, причем для каждого из них можно отдельно задать тип сжатия, качество и разрешение. К тому же можно установить определение движения в кадре в четырех областях с разной чувствительностью, настроить работу с FTP и локальной сетью и даже Private Mask. Для записи с камеры можно использовать фирменную панель управления, стороннее ПО или же специализированный сетевой видеорекордер типа GANS NR8HL, поддерживающий подключение до 8 PoE камер с суммарным потоком до 240 кадров в секунду в разрешении 1080p. Максимальное количество кадров, выдаваемое самой камерой на разрешении 1080p, достигает 30 кадров в секунду в формате H264. При этом матрица быстро реагирует на смену освещенности в помещении. Розничная цена GANS ZNMD-221M на момент тестирования составляет около 13 тысяч рублей. Антивандальный металлический корпус, аккуратное исполнение с защитой внутренностей от пыли и влаги и хорошее качество изображения являются ключевыми достоинствами данного устройства. Обзоры IP-камеры и последние новости по теме читайте на компьютерном портале f1cd.ru в разделе «Интернет и сети».